Волковой, генеральному директору ЮНЕСКО. Уважаемый господин Егор Борисов, глава Республики Саха-Якутия, господин Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, дамы и господа, дорогие друзья, я только что приехала, и мне очень приятно быть вместе с вами. Моя первая встреча – это встреча с деятелями искусства, науки Республики Саха-Якутия. Первый раз посещаю Саха-Якутию в качестве генерального директора. Я бы хотела сказать, что это для меня большая честь. Слово предоставляется Владимиру Ивановичу Тихонову, министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Уважаемый господа генеральный директор, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые деятели науки, образования и культуры, позвольте сердечно приветствовать вас на земле Ланков, на родине греческого эпоса, удостоенного в 2005 году высочайшего звания шедевра устного и нематериального наследия человечества, и на берегу реки Лены, вдоль берега, который на многие километры протягиваются Ленские столбы, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Система освобождения природы территории Республики Саха-Якутия является одним из наиболее эффективных путей сохранения окружающей природной среды и биологического разнообразия. ОПТ является стартовыми площадками для многих научно-исследовательских проектов, мониторинговых исследований, программ по экологическому воспитанию и просвещению. Особо охраняемые природные территории являются примером успешного международного сотрудничества. У народа США издревле есть такой вот момент, когда приезжает гость, соответственно, гость заходит в дом и говорит: «Галларка цангет, домашние», то есть в переводе означает: «Рассказывайте домашние». Домашний говорит: «Нечего рассказывать». «Ты рассказывай», гость говорит. Гость говорит: «А мне нечего рассказывать». И потом они так начинают друг другу рассказывать. Три дня, три ночи аж создали великий эпос Ланхо, который три дня, три ночи в свое время якуты и саха умели слушать. Уважаемые коллеги, эти культуры, науки, вы знаете, что инициативу создание строительства этого центра, значит, проявил Егор Афанасьевич, наш глава, и очень поддержано было на уровне Министерства иностранных дел самим министром Лавровым, а также администрация президента поддержала. Уважаемые друзья, я сегодня с большим удовольствием приветствую на благодатной земле Ланко, высокого гостя, генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры имени господина Евгения Бокова. Я с большим удовольствием приветствую внука одного из основателей государственности нашей республики Сергея Орджоникидзе, Григория Эдуардовича Орджоникидзе. Вспоминаю наши первые встречи с госпожой Боковой в Москве в 2014 году, потом в Санкт-Петербурге, когда проводились Международные дни культуры. И, соответственно, на этих встречах мы обсуждали много вопросов сотрудничества между Республикой Саха-Якутия и Международной организацией ЮНЕСКО. И мне было очень приятно, когда озвучены были наши предложения, наши идеи. Они во всех направлениях
поддерживались и поддерживаются. С высоким вкладом в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества Республики Саха-Якутия с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО наградить орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» Бокову Ирину Георгиевну, генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Don't worry, my love. I'm